самочувствие. Ну, это как-то можно вот... В цифрах не могу сказать, но в разы, в два раза больше, чем обычно. Вот так вот скажу. Сегодня у нас уже сдало более около 100 человек, 99, если быть точным. И еще вы видите очередь, то есть люди хотят поделиться своей кровью и сделать какие-то запасы на случай каких-то чрезвычайных ситуаций. Формируем. На данный момент формируем запасы. Сказать, хватает или не хватает, пока не можем.